Загородный дом всегда полон тайн. После зимнего сна пора разбудить своего любимца. Но вот незадача. В первую очередь придется выйти из сумрака. Да будет свет! Можно, конечно, включить лампочку Ильича или, например, обыкновенный походный фонарик. Но ведь есть варианты и поинтересней. В магазинах световые аксессуары для дома и для сада найдете на любой вкус. Светодиодная свеча, используемая в домашних условиях, да, либо на улице, в темное время суток. Простое, но все же гениальное изобретение безопасно для детей. Работает от двух заряженных аккумуляторов. В течение 8 часов свет точно не погаснет. После 2 лет использования батарейки лучше заменить. Это можно использовать как свечу, для того, чтобы можно было почитать, посмотреть, разгадывать кроссворды, да, попить чай с любимым человеком. Вот включается нажатием переключатель, а выключается можно просто задуть. Пожалуйста. Стоит декоративный свет в стакане недорого, в среднем 240 рублей. Что радует глаз, то радует и сердце. На очереди не менее оригинальный вариант теплого света – факел из бамбука. Заливается внутрь лампадное масло, это емкость для масла, и зажигается, и получается открытый огонь. Чтобы потушить открытый огонь, используется вот такая крышечка. Красивый и яркий природный фонарь стоит 85 рублей. Ежели хотите, чтобы не только в доме по вечерам светло было, но и на участке, присмотритесь к фонарикам на солнечных батареях. Они такие разные. Один из самых популярных на светодиодах. Колышек имеет острый конец, вставляется в землю. Да? И стоит вот таким вот образом вдоль дорожки. Чем преимущество светильников на солнечной батарее? Тем, что вы можете использовать эти светильники без ущерба своему бюджету. Да? Вкладывая один раз в светильник, вы имеете возможность использовать его лет 5. Легкое световое изделие обойдется в 240 рублей. Если уезжаете из сада, либо убираете светильники на зиму, да, можно использовать вот этот вот предохранитель. Вы его ставите между питанием, да, и аккумулятором, вот. Либо вынимаете батарейку. Хотите, чтобы в саду жили сказочные герои, да еще и хорошую службу вам сослужили? Не проблема. Украшения садового интерьера за 1000 рублей в темноте дорожки освещают. Эта плита устанавливается на террасу, на балкон, да, любая дорожка. Очень красивая композиция кустарников, хвойных растений, да, сама по себе может встраиваться в вашу дорожку, может лежать сверху на дорожке, либо на газоне. Цена керамическому изделию 450 рублей. Чтобы ваши деревья да кустарники тоже в обиде не были, производители выпустили для них гирлянду. Однако красота сия обойдется уже дороже, в 700 рублей. И водоемы стороной не обошли. Для них фонарики электрические созданы. Это тот же светильник, который и внутри водоема стоит? Это подобный светильник, тот светильник, который установлен в водоеме. Он генерирует туман. Светильник, который у меня в руках, находится на берегу. То есть он прикрепляется к самому водоему, ставится на берег. Цены на электрические светильники стартуют с 900 рублей. В подарок родным и близким – цветы. Да, красота, да и только. Солнечные батареи и тут сгодились. Яркую бабочку можно не только на дерево посадить, но и на локоны. Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и уюта. А дом и сад наполнятся разноцветными огоньками. Польза от них огромная. НЭП это проверил.